А, всем здорово, друзья, с вами, как обычно, Цимус, и сегодня я выбрался на свой полигончик, чтобы протестировать одну очень интересную вещь. У меня есть вот такой вот замечательный новенький нульцевый прям унитазик и вот такие вот замечательные петарды. Я хочу сегодня сравнить, посмотреть, имеет ли значение размер петарды. Также гвоздь программы, протестировать вот такую страйкбольную петарду в унитазе, посмотреть, сможет ли она нанести ему какой-нибудь дэмэдж. И потом вот такие вот три просто так для веселья. Также для веселья вот такая связка из более чем 100 штук петард. Здесь в одной по 32, а их у меня 3 штуки. Также жуки и мощная артиллерия, которая по-любому уже с ним справится, на которую я возлагаю все основные надежды по бомбежу. Также, ребят, попозже я вам расскажу про 5 дымовух. Под прошлым роликом много комментариев было, я все, ребят, прочитал, что давай Цимус 5 дымовух. Но, ребят, скажу вам так, еще пока что не время. Тут есть кое-какие трудности и нюансы. Попозже вам все об этом расскажу. А мы приступаем. Погнали! Ребята, я вам напомню, что все действия в видеоролике выполнены профессионалами. Я соблюдаю всю технику безопасности. Вы лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. А теперь погнали! Что ж, предлагаю начать с веселых петардочек. Вот такая сразу лента. Тут более 100 штук, напомню вам. Давайте ее закинем и посмотрим, что произойдет. Пошел процесс, пошел процесс. Ё-моё, ребят, вот это чисто бомбёж. Я, конечно, практически в наушниках ничего не слышал. Но это было по-любому весело. Так, напомню, что у нас есть еще вот такие два веселых жука. Давайте теперь их сейчас закинем. Вирусу там не вирусу, не знаю. Фу. А очки потеют очень сильно. Так что, похуй. Жуки, погнали. Погнали, два жука закинул. Интересно, разнесут, нет? Я даже не могу предположить, что произойдет. Это дыма. Это что было? Это... Ой! Раз. Сейчас два будет. Где два-то? Что-то непонятное происходит. Ладно. Ну, первый звучок был мощный достаточно. Сейчас посмотрим. Пройдет немного времени, посмотрим, что произошло с унитазом. Может, разнесло даже немного. Так, ребят, ну как я посмотрел, унитазу вообще абсолютно пофиг. Там немножко вот так вот подкоптилось. В принципе, неплохо. Давайте дальше, я даже не знаю, что протестирую. Вот эту я пока наперед приберегу. Давайте протестируем вот такие три петарды. По размеру они абсолютно разные. Одна вот такая маленькая, ее в конце. А сейчас две вот такие достаточно здоровые, даже больше пальца. Позакидываем и посмотрим, имеет ли... Размер петарды зависит ли от мощности, он так скажем. Погнали, начнем вот с такой, называется супер петарда. Пошел процесс, блин. Размер внушает доверие, возможно появится первая трещина или раскол, не знаю, что будет, блин. Ребята, страшно, капец. Неплохо, достаточно таки неплохо. Посмотрим, что здесь у нас. В принципе, пока что без изменений. Ребят, в общем, решил перенести немного унитаз, потому что ветер оттуда фигачит и боюсь, что будет немного задувать. Вот здесь вижу хороший полигончик, здесь травка такая зеленая, неплохая. Ой, унитаз, собака тяжелый оказался. Ну, в принципе, неплохо. Своими силами я его дотащил до этого полигона. Думаю, здесь более лучше будет. Ну да, здесь ветра почти такого нету задувающего. Там вот лесополоса такая. Она спасает как бы от ветра неплохо. Ребят, что ж, продолжаем тест на размер, не имеет значения. Вот такая вот петарда теперь, примерно 7-й корсар. Ну, по размеру чисто, если судить. Посмотрим на ее мощность. Закинул. Мне кажется, не разорвет, потому что я уже знаю, что она... Ой, ребят, ну, в общем, вы сами все видели, думаю, сами все слышали. Теперь вот такая петарда Tanger King. Погнали, проверим, насколько она будет мощнее. Тут на второй камере записывается все это. Угу. Сразу ее на него закинули. Посмотрим, что будет. Возможно, будет... Возможно, будет первый скол, хотел сказать только я. И, в общем-то, вы сами все наглядно увидели. Теперь, думаю, я вам не очередной раз доказал, что размер значения как такового не имеет. Имеет сила заряда и сила воли, как бы.
конечно, такого, если честно сказать, даже не ожидал. Думал, будет небольшая трещинка, а здесь вот такой вот кусок прям вырвало. Довольно-таки неплохо. Бачок упал, но, в принципе, он еще у нас целый. Сейчас попробую все поставить, это дело. Ё-моё, ребят, сейчас подняли. Тут вот такая вот катавасия происходит. Очень жестко выбило все. Тут видно гофру такую. Я не ожидал, конечно. Ребят, вот такой топик петард остался. 7 видов. Было всего 12, топ-12 петард. Давайте вот такую петарду, мега-треск. Она, ребят, такой материал у нее, будто как фломастер какой-то. Давайте закинем, посмотрим, что будет. Конечно, там уже землю видно. Думаю, будет выпадать. Если такая катавасия пойдет, думаю, исправим. Но сейчас у меня есть предположение вот сюда вот закинуть ее. Посмотреть, что произойдет. Ох, нифига себе! Ребята, я вообще сегодня что-то в шоке. Я не ожидал такого исхода, я не думал, что вот эти петарды смогут его вот так вот разнести. Давайте посмотрим, что здесь у нас произошло. Просто щепки, офигительно мощная, блин. Это, конечно, лайк, мегатреск рекомендую. Вот такая петарда, ребят, дым-бах. Предлагаю накрыть вот этой остатком унитаза. Посмотрим, что произойдет. И с эффектом, с петарда, с эффектом дыма. Будет дымить сейчас немного она. Вот дым пошел синий. Ох, неплохо. Достаточно неплохо. Организм ёкнул так, взбодрился, преобразился. Хорошо, здесь такие клубы дыма у нас исходят. В принципе, разбило все в дребезги. Я в шоке, ребят. Кстати, теперь у нас же еще осталась страйкбольная петарда, гвоздь нашей программы. Думаю, сейчас самое время ее протестировать. Вот так вот она выглядит, кто не видел. Начинка мел, скобовой затвор, в принципе, все понятно. Предлагаю ее закинуть, ребят, вот в этот бачок. Он абсолютно целый, и так мы сможем оценить, думаю, ее мощность. Мне кажется, бачок не треснет. Как вы думаете, напишите в комментариях. Кто, кстати, не видел топ страйкбольных именно вот этих петард всяких разных под кастрюли, прошлый ролик выходил, наверное. Можете зайти на канал, посмотреть. Получилось довольно весело. Но вот эта петарда не показала таких прям вау результатов, но была все равно достаточно мощная. Так, понеслась. Ну что, погнали, бандиты. Так все происходит. Мне кажется, не разорвет. Хотя может все будет произойти всякое. Ёкарный бабай. Ребят, немного просмотрел. Ху-ху-ху-ху-ху. Тут все у нас в мелу, как я вижу. Просто будто бы снежок у нас выпал в нашем южном крае. Но я что-то не понял. Как мне показалось, сначала подлетела крышка, и потом сверху упала и разбила все в дребезги. Ребята, ну вот посмотрите, что осталось от унитаза. Все осколки, вот они. Они вот, все остатки, ребят, вот они перед вами. Это все, что осталось от него. Я, честно говоря, в шоке. Но у нас осталось еще целых 4 самые мощные петарды. Сейчас придумаем, как их протестировать. Вы не переключайтесь, смотрите до конца. Погнали! Ребят, что касается дымовых, да, как и обещал, сейчас все поподробнее вам расскажу. В общем, когда я их добывал, я снимал ролик, как достать такую дымовуху. Но потом, как я подумал уже при монтаже видео, что в таком формате оно просто, ну, не надо такого выставлять, потому что все будут бегать с этими дымовухами. Потому что получить их, в принципе, по телеграм-каналам, некоторым, если постараться, можно. А вы сами знаете, как они действуют, я тестировал на своем инстаграме. Кто не видел, можете подписаться на инстаграм, ссылка есть в описании. Ну, сейчас вставочку вставлю, небольшой фрагментик. Да, вы видели, это достаточно жестко, а их тут я хочу протестировать целых 5 штук. И мне нужна ваша помощь. Я хочу приобрести для этого видео с 5 дымовухами хороший квадрокоптер. Ребят, кому не сложно поддержать меня, ссылка на донат есть в описании. 100 человек скинется, вот и будет уже квадрокоптер. Что ж, а вы пишите в комментарии по поводу ролика, как я приобретал эти дымовухи, стоит такое вообще, блин, показывать или нет. Если вы со мной согласны, напишите в комментарии и можете донатом поддержать. Так, все, а мы переходим к ролику. Все, понеслась. Что ж, ребят, предлагаю вот эту вот петарду Корсар 8, русский салют, нафиг ее исключить из этого топа, потому что, мне кажется, она самая неинтересная осталась. Давайте вот такой вот веселый Роджер сейчас под остатком бачка закинем, посмотрим, что произойдет. Ой, бежим, думаю, будет мощно. Очень думаю, будет мощно. Оскарный бабай. Локарный бабай, ребята. Вот это жестко. Вторую камеру откинула. Да ну нафиг, она первый раз у меня так полетала.
здесь, смотрите, прям ровный такой прямоугольник получился. Здесь даже деревяшку какую-то гнилую пробило. Ну, ребят, думаю, это заслуживает лайка. Но это только начало мощных петард. Продолжаем, сейчас на очереди супербомба или бах у нас будет. Понеслась. Ребят, в общем, на второй камере какая-то ошибка вылезла. Показывает ошибка карты по ходу. Она у меня первый раз так полетала. Ребят, GoPro-шка 7-я, почти самая новая. Так, ну вроде объектив-то целый у нее. Капец, сердечко ёкнуло. Почему у нее ошибка карты? Сейчас попробую перезапустить. Не знаю, блин. Я хотел на ней нее к квадрокоптеру прицеплять. Блин. Так, перезапустил. Внимание. Да, все, ребят. Карта показывает, что на месте. Нет никакой ошибки. Фух, слава богу. Надеюсь, кстати, что записала, потому что бывает, когда ошибка такая появляется, может просто файл этот не уцелеть и улетучиться. Ну, если вы увидели запись со второй камеры, значит, все было нормально, и она как-то записалась. Но мне кажется, скорее всего, файл сломался, поэтому ничего не увидим. Что ж, ребят, предлагаю вот такую вот петардочку бах сейчас закинуть вот в эти остатки. Нету права на ошибку, потому что пиротехники, как известно, ошибаются всего лишь один раз. Больше они не смогут ошибиться. Так, все, я убегаю. Убегаю как можно дальше. Убежал вроде. Ух, есть контакты. Есть контакты. Почему-то мне показалось, что было слабовато. Не знаю, надо будет смотреть еще со второй камеры. В принципе, наверное, там больше. И смотреть-то нечего будет. Давайте поглядим. Вижу, вторую камеру откинула, которая не на штативе была. Ай, ну она ж вот она, легендарная моя. В принципе, еще записывает. Живет, живет. У нее и так объектив треснутый. Вся в милу теперь. Ну, в общем-то, можете перемотать на начало. Посмотреть, какой был унитаз и что с ним осталось. Чисто лайк, ребят. Думаю, это заслуживает лайка. Ну что ж, ребят, вот и подошел к концу этот замечательный ролик. Обязательно ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И не забывайте, что вот эти очень мощные дымовухи я буду тестировать в скором времени, когда накоплю денег на квадрокоптер и улажу все нюансы. А кто не видел, как работает эта дымовуха, можете зайти ко мне в Instagram, ссылки найдете там же в описании, и посмотреть, как она работает. Совсем свежий видосик там сверху в ленте у меня. Заходите, обязательно подписывайтесь, там очень много чего интересного и много всяких разных анонсиков. Ребят, а с вами был Цимус, всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, и вы не пропустите этот и еще много каких других роликов. А если вы совсем недавно зашли на канал, посмотрели, что-нибудь совсем недавно начали смотреть, обязательно зайдите на канал, посмотрите, там на канале еще есть круче гораздо видос, даже чем этот, я по секрету скажу. Думаю, вы найдете там для себя что-нибудь интересное. Всем спасибо за просмотр, всем пока.